Хатидже! Хатидже! Откройте глаза, госпожа! Хатидже, ты слышишь меня? Что с госпожой? Жива! Уходим! Надо спуститься в подвал! Лука, понесешь госпожу! Хорошо! Осторожней, Гюльфен! Быстрей! Лука. О, Аллах! Что, Лука? Ну что? Эй. Да тебя ранили. Госпожа, уходите, не стойте! Все уходите! Все! Держись, я сейчас приду. Отнесу и вернусь. Идите, идите, госпожа! Эсма, неси сюда подушки. Скорее, скорее, скорее! Насух, Эфенди, сюда! Давай! Мустафа, иди ко мне. Иди, сядь. Аккуратней. Я пойду за Лукой. Госпожа, госпожа, скажите хоть слово. Госпожа. Не бойтесь, не бойтесь, все будет хорошо. Султан Сулейман спасет нас обязательно. Госпожа, ну откройте глаза. Эсма, подушку. Дай подушку. Куда? Сейчас. Давай. Вот так, Лука. Как, госпожа? Все еще без сознания. Где лекарь? Приведи скорее. Сейчас найду. Я с тобой. Она умирает. Держись, Лука. Сюда, быстрее. Сначала госпожу. У нее кровотечение, госпожа, ребенок погибает. Надо срочно принимать меры. Но здесь невозможно. Хотя бы в кухне. Да ты ее спасай. Будь как будет. Она должна жить. Ну что, как там наверху? Янычары все еще здесь, госпожа. Хатидже, султан, нужно бы в постель. Здесь ей лежать нельзя. Пока переносить не стоит. Очень опасно.
Ему все хуже. Он умрет. Ранение тяжелое. Но Аллах милостив, может, выживет, госпожа. Он рисковал ради Хатидже Султан. Хоть и неверный, как мы говорим, а храбрый человек.